Сотрудники ГИБДД – частые гости в образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Регулярно стражи порядка проводят для детей различные профилактические мероприятия. Но, как отмечают инспекторы, все-таки наибольшей популярностью у ребят пользуются дни открытых дверей в госавтоинспекции. На открытом уроке учащихся начальных классов Видновской школы номер 7 познакомили с профессией инспектора дорожно-патрульной службы. Мы следим за тем, чтобы у нас был порядок на дорогах, чтобы наши пешеходы соблюдали правила дорожного движения, переходили дорогу у нас по пешеходным переходам. Ребята еще раз убедились, что переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, они рискуют в лучшем случае попасть в списки юных нарушителей, а в худшем – в дорожную аварию. После лета дети забывают о безопасности. Поэтому, начиная с сентября до конца октября, мы проводим вот эти рейды, связанные с повторением правил дорожного движения. Это опять же и интересно, весело, и в то же время дети повторяют правила безопасности. Поэтому, когда они уже выходят на дорогу, они ведут себя совсем по-другому. То есть более осознанно переходят в тех местах, где это можно. На мероприятии инспекторы подарили ребятам световозвращающие фликеры и напомнили об обязательном их использовании на верхней одежде. В осенне-зимний период это особенно важно из-за короткого светового дня. Правило, что пешеходы должны переходить по пешеходному переходу и где человечек в зеленом цвете. А в заключении экскурсии школьники познакомились с полицейскими кинологами и их четвероногими напарниками. Ребятам рассказали об особенностях дрессировки и условиях содержания служебных собак. Всякие, чтобы искать вредные вещества, другая, чтобы проводить щелки мелкие. Во время встречи у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность задать полицейским интересующие их вопросы. Я задала вопрос про то, со скольки лет берут собак на службу. Мне просто было очень интересно, потому что, могут быть прям с малого возраста, может быть, нет. Мне очень понравились собачки. Вот, еще мне понравилась одежда полицейских. Хороший контакт с детьми. Во-первых, наверное, сегодня это самый лучший вариант, да, знакомства с профессиями, и в том числе и профессии кинолога, потому что вот наши собачки дружелюбно сегодня принимали, если вы видели, наших гостей. Вот. С одной стороны, мы показывали, что это служба, что это тяжелый труд наших сотрудников и наших четвероногих друзей. А с другой стороны, что это друг друга взаимопонимание. Стоит отметить, что дни открытых дверей для юных участников дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.